Stone wall. Очень известный Дженовал. Очень странно. Очень хороший штук. К сожалению, они убили. Маори, навигатор. Наш был не очень большой флот. Его работа не была очень важная, но все-таки. А здесь интересный памятник. Это Артур Аш. Он был очень известный теннист. Как? Он играл теннисист. На теннис. Теннисист, да. Он был первый афроамериканец на Вимблтон. Он был из Ричмонда. Он жил здесь. Вот и памятник поставил. И памятник там. Но это был большой скандал. Потому что он афроамериканец. Точно. Конечно, факультет музыки. Вот оборудование. Факультет современных литератур и культур. Факультет международного обучения. Колледж Вильям и Мэри. Сегодня вечером студенты приехали к нам из этого университета. И Александр Брусиловский, спасибо за поддержку. И Татьяна Николаевна из European Delhi. Я думаю, что больше перевода здесь не нужно. Пожалуйста, Александр Чернецкий. Спасибо большое. Здравствуйте, люди Ричмонда и окрестностей. Мне, собственно, тоже очень приятно выступать. Собственно, неожиданно, первый раз такое. Вот. Опять же, спасибо огромное Джо и Терезе Хадсон, которые это все организовали. Вот. Ну, всем привет из России и других стран, в частности Украины, откуда я родом. Вот. Ничего. We'll be right back.
держит боль здесь. Больше нет лагерей, не осталось камней, а отходов камней. Только водка и боль до могилы друзей. Эй-ей-ей! Черный ворон над домами все наглей и злей.
Thank you.
мужчины молчат. Так пожелаем удачи и возвращения назад. Милая, я бы еще открою.